Окей, всем привет, дорогие друзья, с вами Дима Скромник, Книга и Фокси. Сегодня мы играем в Гаррис Мод, карта у нас FNAF 4, пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет. Всем привет. Фокси у нас сегодня будет аниматроником, мы будем выживать. Если опять и кушайте, приятного аппетита, а мы будем начинать. Слышишь? Во, музычка начинается антуражная. Заходи, заходи. Так, в следующих сериях, ребята, я забыл уже сказать, мы начнем строить бабушкины калитки, как в тех сериях. Слышишь, он разговаривает постоянно. Хочет нас, короче, напугать. Не ведись. Это он! Ой, он там. Ой, как мощь. Я переоделся в Боньку. Его убить можно было бы. Офигеть, вот это взрыв был мощный. Еще! Тут, короче, кишки на карте разлетаются в разные стороны. Где? Я его вижу. Тут картины, короче, поотлетали. Ой, привет. Так, так, так. Где он? Ой! А! Беги! Офигеть, ничего не видно. Пошел, пошел, пошел. Фонарик главное не включать лишний раз. Так, 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 отличненько. Ой! На лестницу лучше не иди. Я понял уже. Я тут, короче, шкерюсь. Подарочки, подарочки кинул. Бум! Ой, кто-то нашел. Как всегда, у нас куча мин наложено. Картины валяются, ну, не надо тебе? Что, картина Пикассо. Расставили мины, сами не знаем, куда мы спрятали. Нормально, пойдет. Так, знаешь, что мы еще возьмем, чтобы мы видели Half-Life? Так, давай, смотри, короче, я заминирую здесь проход. Смотри, кто там. О, сидит. Привет, как дела? Там добрый. Смотри, он вообще, с моего роста, когда сидя. Не знаю таких добрых. Вот так, на всякий случай. Я подумал. На! Молодец. Мои поздравления. Оп, зашкеримся. Но! Он тебя убил. Да ладно. Димас, беги. А мне... А, у него на голове, кстати, бомбу кто-то приклеил. Ай-яй-яй! Ты меня убил, я хотел сзади... Как всегда, ребята, у нас настроение классное. Надеюсь, вы поддержитесь лайкосиком и подпишитесь на канал. Ролики выходят каждый день. На тебе еще разок. Блин, а куда он... А что ты решил эти мины набросать? Там находится. А вот он, вот он, вот он. Несы, несы, все нормально. Так, где взрыв? Так, 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 клацаем, клацаем, клацаем. Так, это не тот дым. Вот белый есть. Офигеть. Во, погнала жара. Он ничего не увидит здесь. Офигеть. Вот это мы здесь устроили. FNAF 4 сегодня тащит потихоньку. Этот дом ремонту не подлежит, я так понимаю? Эй, ты чё? Этот дом сделан из адамантиума. На! Ах ты ж лоб. Где он? А, как-то вот. Дыма не сильно много, но он будет больше дыма. Хотя не, нормально, желтого пойдет. На. Нажимай, нажимай, активируем, активируем все. Мы еще так, кстати, не играли. Почему раньше дымовухи не использовали? Это же сильно вообще. Так, у нас есть белый, желтый, фиолетовый есть даже. О, фиолетовый. Плохо пахнет, если честно. Нормально, пойдет. Выкуриваем аниматроника отсюда. Так, все, вроде все активировал. И дым, белый. Не, мне кажется, желтый самый сильный лупашил. Красный, нет, грин.
Ты же нас не видеть не должен, да? Я бомбу поставил, тебя на случай. На! Так, я валю отсюда, надо немножко улететь. Ой-ой-ой, и зеленый, и фиолетовый, как вы хочешь, есть дым. А, он на меня пошел. Весь дом завоняли. Ой-ой-ой. Выйди на улицу. Что уж слишком жестко. Чего? Жестко. Активируй, активируй эти еще. Отвали! Отвали от меня! Кулачками, кулачками получай. Он меня не видит. Я зашкерился, я зашкерился. Офигеть, что-то мы там устроили. А, вот этот. Еще гранаты еще есть. А! Эй! Он ходит здесь, он ходит. Отвали от меня! Он сзади меня бегает постоянно. Да смотри, он меня находит! Нашел, нашел, ладно, замочил, пойдет. Так, где? Сейчас я ему... Да, я улечу, это жестко. Да, ему подарок. Давай, выходи на улицу, подлый трус. Бегает как... Вот не, ну такого мы реально не делали еще. Он психует, что ничего не видно. Офигеть. О. Это жестко. Давай еще, 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 чтобы он нас не нашел. А, еще, еще, еще. Мы уже прятки в тумане в следующий раз сделаем. Ай-яй-яй, он меня видит. Нет, не видит. Офигеть, вообще сильно. С домовухой, взорвай какую-то ядерную бомбу. Привет. Я скерюсь от него специально. А если расскажешь, ну... Ой-ой-ой. Так, я шкерюсь. Говорят, что Томик самое секретное место, чтобы спрятаться. Все, я скерюсь в хате. Ребята, как всегда, в этом ролике у нас разыгрывается Гаррис мод. Что надо сделать? Коммент, лайк и подписка, и вы участвуете в розыгрыше. А победителя вы сейчас видите на экране. Поздравляю тебя, напиши мне ВКонтакте. Ты выиграл Гаррис мод. Ой, ой. А ты сюда не можешь попасть. Это место для меня. Одного. На. Отомстил за всех. Да, да, да. Офигеть. Я тоже помогаю. Давай, давай, давай. Короче, я на улице буду, то там сильно жестко. Эй, привет! Вы встретились с ним. А вот он где.
За мной ходит постоянно, скажи ему что-то. Отвали от меня! От тебя воняет. Я убежал. О, помогло. Он меня ищет. Реально, двойной прыжок меня спас. Так, вот подожди. Так, 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 я вижу. Я зашкирился хорошо, мне нравится. Меня граната убила, моя же по голове дала, представляешь? Да ладно. Да, такого еще ни разу не видел. А ну давай, один на один, я с админским пистолетом. Я тебя жду. Давай. Вот так, значит, ты заговорил, давай. Ах ты ж лопатель, он меня убил. Стой, давай еще раз. Все, я готов, давай еще разок. Где? Так, так, так. Сейчас будет жесткая война у нас с ним. ПВП, один на один. Ну ты где? Где-то в доме. Я выглядываю, что-то ненавижу, не наблюдаю его. О, кто-то в доме фиолетовые бомбы зафигачил. Отлично. Пойдет. Убил. Замочил? Да. Да. Замочил. Хорош. Еще разок, не? Давай. Вижу. Это я. Давай, иди. Я бомбы активирую. Ой-ой-ой. А кстати, а ты знаешь, что ты пистолет можешь взрывать? На правую кнопку мыши я нажал. Спасибо тебе. Ты очень добрый человек. На! И это все, что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!